Хэллоуин? Время настало. Умирать. Идти готовить. Всем привет, совсем скоро будет Хэллоуин. Поэтому я решил приготовить три немного жутковатых блюда в стилистике этого праздника. Поехали. Наверное, если вы слышите слово Хэллоуин, то представляете себе вот такую картину. Тыква стала символом этого праздника, поэтому начнем мы с тыквенного супа. Нам нужна, конечно же, сама тыква, а также из овощей чеснок, морковка и лук. Целую тыкву мы не используем, поэтому разрубим ее пополам. Внутри нее косточки и волокнистая мякоть, ее мы вычищаем с помощью ложки. Их можно выбросить. Оставшуюся часть нужно еще почистить. Легче всего это сделать с помощью овощечистки. Когда все готово, берем нож и нарезаем тыкву на кусочки поменьше. Готово. Теперь лук. Срезаем ему хвостик и корень. Затем пополам и снимаем шелуху. Дальше просто нарезаем кольцами. Морковка. Ее чистим тоже с помощью овощечистки. И нарезаем кружочками. Когда все овощи подготовлены, врубаем огонь, ставим кастрюлю и подливаем масло. Ждем, пока разогреется, и забрасываем овощи. Периодически их перемешиваем. И спустя минут 10 заливаем литром воды. Оставляем вариться еще минут на 20-25. Все овощи сейчас очень мягкие, поэтому превращаем их в пюре с помощью блендера. Но это еще не все. Чтобы сделать его сливочным, возьмем сливки. 100 грамм 15% жирности. И выливаем прямо в суп. На этом этапе хорошо подсаливаем. Также разбиваем головку чеснока. Берем пару зубчиков, чистим их и нарезаем как можно мельче. Также можно взять еще и имбирь, но это не обязательно. Сбрасываем все в суп, и он готов. А вот теперь займемся самым интересным – подачей. Нам нужна вот такая небольшая тыква. Верхнюю часть, где у нее хвостик, срезаем. И вытаскиваем ложкой всю внутренность. Получается вот такая мисочка. Но это еще не все. Берем сковородку, вливаем немного масла и посыпаем сахаром. У нас тростниковый, но это не имеет никакого значения. Когда сахар растаял, кладем на сковородку тыкву. Секунд на 10. Снимаем ее и получаем вот такую закарамелизированную грань. Миска готова, и можно наполнять ее супом. Но и это еще не все. Бросаем в кипящую воду вариться 2 яйца. Варим вкрутую. Разбиваем. Очищаем от скорлупы. И срезаем заднюю часть. В ней ножом вырезаем круг. И теперь нам нужны оливки и маслины. Открываем их. От оливок мы берем только треть, срезанную в поперек. А из маслины выдавливаем трубочкой маленький кружочек. И теперь из всего этого нужно собрать глаз. Выкладываем его на наш суп. Также с помощью красителя нарисуем сосуды. Все, тыквенный суп на Хэллоуин готов. Он несложно готовится, но зато супер вкусный и нежный. И подача прикольная. Переходим ко второму блюду, и это хэллоуинские кексики. Начнем мы с печенек. Пока вы не знаете, зачем здесь печеньки, но потом все поймете. Разбиваем в миску всего одно яйцо. Всыпаем полстакана сахара. И все это хорошо взбиваем. Открываем масло, оно должно быть мягким. И отправляем в общую массу. Все это перемешиваем. Подсыпаем муку и перемешиваем еще раз. Должно получиться тесто консистенции такого плотного крема. Перекладываем его в кондитерский мешок. Отрезаем кончик. И на противень с пергаментом начинаем выдавливать небольшие колбаски. Делаем между ними очень большое расстояние, так как тесто масляное и еще растечется. Когда все готово, отправляем в духовку при 200 градусах. Спустя минут 15 достаем. И теперь они выглядят совсем по-другому. Каждую печеньку делим на две части. Распечатываем молочную шоколадку. Ломаем ее прямо в паровую баню. Когда шоколад растопился, переливаем его в кулинарный мешок. И пишем на печеньках RIP.
Займемся самими кексами. Разбиваем в миску 2 яйца. Туда же 100 грамм сахара и 100 грамм растопленного масла. Все это перемешиваем и отмеряем 2 чайных ложки разрыхлителя. А также открываем какао и добавляем 2 столовые ложки. Остается подсыпать муку и перемешать, пока не получим вот такое жидковатое тесто. Берем бумажные формы для кексов, вставляем их в железные и наполовину наполняем тестом. Далее берем молочную шоколадку и отламываем от нее кубики и вдавливаем кубики в тесто. Сверху еще добавляем столько же теста. Отправляем в духовку при 180 градусах минут на 30. Остается сделать последнюю съедобную декорацию. Ставим сковородку на огонь, подсыпаем сахар и немного воды. Варим буквально минуту, должен получиться такой жиденький сироп. Тем временем в миску высыпаем сахарную пудру и немного подкрашиваем оранжевым красителем. Остается влить сироп, перемешать и довести массу до густоты пластилина. Скатываем из него шарик и с помощью ножа придаем форму тыквы. От какой-нибудь желейной конфеты или вообще чего угодно зеленого отрезаем кусочек и вставляем как хвостик. Остается самый последний подготовительный этап, это просто натереть в темной шоколадной терке. Все, начинаем собирать. В кексах делаем надрезы. И вставляем печеньки. Присыпаем тертым шоколадом и сбоку ставим нашу тыкву. Получаются вот такие прикольные хэллоуинские кексики, внутри которых кусочек топленого шоколада. И на вкус они то, что нужно, в меру сладкие и супер мягкие. Остается последнее на сегодня, и это напиток. Он очень простой, поэтому даже самый ленивый из вас может его приготовить. Это пунш. Американцы пьют его почти на все праздники, только подается он по-разному. Мы сделаем безалкогольный. Нам нужны литр яблочного сока и литр клюквенного, 4 апельсина, мускатный орех, корица и яблоки. Сначала берем соки, открываем и вливаем в какую-нибудь кастрюлю. Апельсины. Каждый апельсин делим на 2 части. Выдавливаем из них сок. Открываем пачку с корицей. Нам нужна всего одна палочка. Если добавить больше, она все перебьет и сделает все слишком пряным. Поэтому бросаем одну палочку. Немного мускатного ореха. И можно включать огонь. Ставим на него нашу смесь. И идем заниматься яблоками. Они нам нужны чисто для украшения. Берем парочку яблок и очищаем. Потому что в магазинах фрукты покрывают слоем воска. Это можно легко увидеть, просто полосьте ножом по яблоку. И теперь у очищенных яблок нужно вырезать примерно такое же лицо, как и у тыквы. А противоположную часть яблока срезаем. Как раз наш пунш только начал закипать. Выключаем его. Выкладываем сверху наши яблоки. И можно насыпать размороженной клюквы. Подается он прямо так, в большой миске и охлажденным. Можно разливать по стаканам. Получается очень вкусный и пряный напиток, а в горячем виде больше похоже на безалкогольный глинтвейн. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск в тематике праздника Хэллоуин. Если это так, то давайте наберем на этом видео 200 тысяч лайков. И тогда я буду делать похожие видео, но уже под другие праздники. Не забывайте подписываться на канал и инстаграм. Всем пока!